Всем привет, меня зовут Кристина. Это видео посвящаю себе и своей семье, видео о том, как мы справляли Новый год. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Окей, да? У меня вообще джингл бэнс какой-то. Бэлс. Бэлс. Тут у нас идет всемирная известность, публичная личность, Бутаева Сорвинос. Бутаева Сорвинос, какие ваши впечатления после нашего прошедшего урока физкультуры? Ужасно. Ужасные? Да. У меня есть ужасно. Кова Кристина, да, расскажите, как прошел ваш учебный день сегодня? Мой учебный день прошел достаточно неплохо, исключая того, что сегодня день субботний, и я бы была не прочь поспать. Мне сегодня понравился урок немецкого языка. Но мне очень понравился урок растяжки по физкультуре, потому что моя спина и моя нога капут. Меня ветка убила. Что, нравится тебе? Нет. Хитрый глаз. А ты прыгаешь и хулиганишь. Кому нравится? Вот лежи, как маленькая лялька. Знаете, Новый год такой необычный праздник. Мне очень нравится дарить подарки и получать их. Ну конечно, а что еще может быть лучше?
Вот так все. Звезды неба и вольный ветер все тебе. Только пожелай, букет из белых роз, любовь здесь каждый безгранежная к тебе. Букет из белых роз. Ну куда видно. И тебя тоже будет видно. Спасибо. Это что, это мне? Да. Это мне. Не знаю, что это там. Ну как я люблю бумага. Каков посыл? Вроде нет. Нет. Поп. Аккуратненько. Вот и шарик. Ой, день рождения. Ну вот, первое. Ой, доставала. Два его сразу. Сразу же? Да. А, ну доставай, доставай. Считаем, сколько их. Ну что, молодец, Марус, молодец. Догадалась, все так не люблю. Рыться в снегу. Я люблю что? Это прикольно, день додумалась. Ой, не додумалась. Ну нет, не мусори. Нет, ты вот именно в этом барахле, вот ты вот его любишь, вот ты его и ковыряйся в нем.
Так, вот, все. А вот я бы сейчас выкинула, я бы не заметила. Но я знаю, сколько там подарков. Это что? А им ничего не видно, что ты вытаскиваешь-то. Это там вытащила. Ёпти-мопти. Будет мороз. Надо лошадь не прощать. Ну, так видите, хочешь я их оторвать, конечно. О. Это мне, видимо, да? Да. Так, давай, проверяем. Ага, потеряла. Ага, самое дорогое потеряла. Где тапки? Тапки, тапки, вон они. Вытащены уже. Так. Давай я вот с первого. Где мои самого? Да. Мне больше не... Ну, извини, я еще не работаю. Ребята, это же, как его называют? Надо меня нанести на распаковку. Своими когтями она их сделала специально. Вот и пусть мучается. Подсунули. Газеты какие? Газету какую-то, Дед Мороз. У нас есть маникюр на нас? Нет, не надо, все рви. Я не люблю рвать. Сладкоежки, сладкоежка. А почему я-то, Дед Мороз? Ладно. Целую его. Первый подарок. Первый. Видишь, я люблю, когда аккуратненько. Не знаю, повторно использовать. Давай сюда. Ложись. Иду кусать. Это у тебя нибудь хранить будут. Это что, вафли? Я скажу, что это вафли какая-то. Не знаю, распаковывать. Меня ты что спрашиваешь? Я не помню, не знаю. Я ему не помогала, якобы. Нет, у нас нужен. Нет. Конечно, Дед Мороз запомнил. Это не моя? Ладно. Это было решение, что это не твое. Извини, это я уж порву, можно, да? Ну можно, да. Да. Уходи. Уходи, что там? Блин, а ты как узнала-то? Как Дед Мороз узнала? Ладно, давай. Ну потом ты это посмотришь. А как? Я хотела. Не знаю. Ты что узнала? Давай, давай. Дед Мороз как узнал? А, что? Показать полностью? Да, мне интересно. Так, извиняюсь, мне кашу кагутки взяла. Ну дай мне потом. Давай потом, потому что... Так, два лайка уже. Мам, ну здесь просто порви, потому что она заклеенная там. Повторять или лишь одно. Чё там? Знаешь ли ты? Ну давай быстрее так. Я тактичный пользователь, я не могу мальчик. Только бумаги истратить, да? Я же коробочка. Нет? Нет. Нет? Ёптель-мопти. Погоди. Ёптель-мопти. Нет. Ну она поняла, что нет. Одень. Сейчас я могу одеть. Одевай, конечно, прямо сейчас. Подойдет, не подойдет. Ладно. Дед Мороз угадал, не угадал. Господи. Нарастили ногти. Хорошо, что мама их сделала.
Это ж какое чудо-то, что она их и не сделала, только на ногах успела. Не, ну классно. И чего мне завидуется? Ой, подошли. Большие, да? Я тебя ночью мерила. Возможно. Я Дед Мороз мерил ночью. Так, не криви. Ну не наступай. Потихоньку. Вот медведь. И главное, я не помню, какие тут чук-чук. Давай сейчас я раскрываю все-таки, да? Ну вот. Кучка, это тебе. Это распаковывай. Тебе. Распаковывай себе. Это тебе. Распаковывай. Это тебе. Распаковывай. Я уже знаю, что здесь. Я тоже знаю. Как Кристина угадала, что у меня это закончилось уже. Ты знаешь, что это? Что такое? Это мои. Ой, тут деревья. Где я купила? Дед Мороз! Дед Мороз! Бедные зрители! Надо их представить! Вот! Потом, значит, что еще? Это тебе! Это тебе! Красивый Дед Мороз, я даже его не хочу распаковывать. Ну, раскрывай! Нет, это не только я, это вообще Дед Мороз от нас с мамой. Дед Мороз? Ой! Нет, это не от мамы, это Дед Мороз. Ой, носочки, классно. Ну, это ты уже спалил. Где спалил? Ну, говорить меньше надо было. Это мой подарок. Класс. Вот это я люблю носки новогодние. Я бы еще свитер такой же новогодний синий взяла. Было круто. Спасибо. Спасибо. Ой, так. Миша, это надо папе дать, я его не смогу открыть. Это чьё? Это тупой. Это твоё? Это ты. Ой, это что такое? Это что за зайка? Классный? А что такое? Это для ванны, да? Для мыла. А, это мыло, ручная работа какая-то? Да. Дай мне понюхать. Понюхай, оно хоть пахнет. Понюхай. Можно мыло. Это что? А, это же тебе. А что это такое? Ой, это Дед Мороз тебе. Это что такое? Люблю. Секрет твой. Массаж для лица, шеи. Да. Да. Это мы испытаем. Это что такое? Ну открывай, я тоже хочу посмотреть. Я не знаю, это папе, да, явно твое я запакованное не... было. Ты вытащила откуда? Помню я. Нет, нормально порвала. Ой, с Новым годом! Вкуснятина, пахнет, запах. Ну это чехол от кое-чего, но он попозже придет. Нет. А смотрите. Нет, да. Нет. Ты чего?
Миллион, что ли, у тебя где-то есть? Ну, давай еще самую большую коробку. Так, ну это заказывалось. Ё-моё, что протекло? Что же заказывалось? Ёпти, ему нужно трясли. Что-то еще не хватает. Вот это вот. Вот это вот. Главное, когда... Не вижу, не стоит оно. Это мое. Мне самое главное, это то, что нужно, Е, понимаешь? Что за фигня? Это что за фигня? Это что за... Розик. Я люблю Новый год. Пусть не все идет. Класс, как хотела здесь. Дурачку маленько красненько. Чего дурачку? Ой, у меня какая пижама-то. Они великоваты. Офигеть! Я буду самая модная девка. А я ее Кристине подарю. Нет. Да, потому что не пришел. Ой, снова нет. Я буду ее носить каждый год на 1 января. Каждого года. Духи. Я же говорю, тебе намек сказала. Все, наша семья друг другу. Все, ух ты! Одно и то же все дарит. Я так и знала, что кто-то мне подарит. Я прямо сказала подружкам. Он пока не приехал еще. Я прям подружку сказала, говорю, у нас семья вся, что-то в последнее время. Духи нынче на угод всем дарит. Я такая говорю, ну, мне, наверное, тоже кто-нибудь подарит. Ура, 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 ну, наконец-то. Наконец-то. Ты белая, да? Ну, ладно, твои черные не пришли, Кристинка пожертвовала тебе. Только сама так могла, такую мать не забыла. И вот эту вот. В комнате у тебя делаешь. Вот это вообще класс. Для этого. Типа, не спи. Не спи. Домой. Мама шила мне штаны из березовой горы. Чтобы попа не потела, не кусали комары. Мама шила мне штаны из березовой горы. Чтобы попа не потела, не кусали комары. Мама шила мне штаны из березовой горы. Чтобы попа не потела, не кусали комары. Дом. Да. Я тебе чем? Видишь, козыря мне не давала. Вот. На дом, на баню, на баню. Ой. На дом. Лучше тут не баню. Дискотека.